рейс Тель-Авив-Самара. С самолетом потеряна связь, при посадке он получил повреждения, возгорелось разлитое топливо, приступили к эвакуации людей. Сегодняшний день у нас начинался в обычном штатном режиме. Прозвучал сигнал тревога. Естественно, в считанные секунды наша служба собралась. Когда в районе аэропорта садится, нам приходится помогать уже пожарным, остальным службам. А так наша задача за аэропортом работать.